Сегодня посмотрим Pinnacle 22. Если кто у меня скачал, например, с моего облака, сразу говорю, что здесь, в принципе, половина с 21 стоит, с 22 стоит и с 20 стоит. Полностью я как бы скомплектовал вот это все. И как бы у кого сколько не скачивал, ну, сколько я не пробовал, ну, в принципе, не получается. Может, платные там у них все хорошо. Вот серийный номер, вот все, ключи. Как видите, у меня довольно неплохо все делается. Если вот здесь у вас написано, замочек стоит, а здесь кое-какая фишка. Вот здесь вот. И здесь надо ставить от имени администратора, запуск от имени администратора. Вот. И здесь надо ставить принудительно, и тогда она это восстановится все. Но только надо, чтобы она, программа эта, не работала сама. Вот. Здесь в ней надо около 4 гигабайт оперативной памяти, видеокарта примерно должна быть, ну, больше гига, это она лучше работает. Вот. И в принципе, сейчас увидите здесь все рабочее. Вот D, вот что для записи дисков идет, вот, ну, в принципе, все рабочее. Это, в принципе, программа как бы не создана не мной, но я очень много программ таких скачивал и скомплектовал, и плюс к этому ключи очень долго находил, нашел, но у многих, когда скачивал, там и такие были делы, там еще что-то не подходило, сколько я писал, чтобы мне показали, но точно копию делал, как они делали, но все равно выскакивает дел, то еще что-нибудь, ну, по крайней мере, у меня здесь не выскакивает ни дел, ничего. Если у кого-то что-то неправильно не может установить, например, пишите, я вам покажу, как установить уже, чтобы не было проблем, что бонус контакт и студию, они загружается как бы автоматически, вот как бы вот это вот контакт весь идет, вот он. Там надо будет устанавливать, и 3D то же самое надо устанавливать, как бы вот этот драйвер самим, мультикарту, мультикамеру самим, вот это тоже, вот это все отдельно приходится устанавливать, вот это тоже самое. Там я потом покажу, как делалось. Вот это тоже все самим надо будет устанавливать, кроме вот этих двух папок. Но контакт приходится все равно по новой пробовать. Может быть, где-то какая-то не установилась. Еще раз говорю, что она позовется 20, 21 и полностью 22. Как бы, по крайней мере, я еще в интернете не видел, кроме 21. Первое, там есть на сайте 21, что загружается через, сейчас покажу, через программу Data. Ну, довольно тоже неплохо загружается, в принципе, одно и то же. Но здесь кое-какие-то компоненты добавлены, в принципе, все. Кому-то что-то не ясно, пишите, я обязательно сделаю видео и как бы обязательно покажу, как она, если кто-то не непонятки, что работает, как она, или еще что-нибудь. В принципе, сейчас я покажу еще одну маленькую ерундовину. Может быть, у вас как бы это, ну, вот рабочий стол. Здесь бы проект идет, потом экспорт. Ну, здесь, как видите, все здесь надо настраивать самим. В принципе, вот все. Здесь что надо и как надо, и формат, и устройство, формат. Ну, сами смотрите здесь. Проверить также можно сразу.
Ну, в принципе, пока. Всем до свидания. Пишите, не стесняйтесь. Самое главное, подписывайтесь. Мне веселее будет работать. И то, что я знать буду, что кто-то подписывается. Комментарии ставьте. Может, где-то что-то подыщу. Сам что-то сделаю. Подредактирую. Ну, посмотрю программки. Может быть, что-то добавлю. Всем спасибо. До свидания.